позвольте мне по поручению Олега Анатольевича Царева, председателя парламента Новороссии, а также от имени Анны Недребко вручить денежный сертификат на сумму 1 миллион рублей театр оперы и балета. Львиная доля этих денег пойдет на поддержание материально наших артистов и обслуживающий персонал. Вторая часть, небольшая она, пойдет на восстановление сгоревших декораций. И третья статья, мы приобретем для артистов медикаменты. Хотел бы поблагодарить вас, поблагодарить прежде всего Анну Недребко. Мы благодарим Анну Недребко за ее сердечный и такой гуманный поступок по отношению к людям, находящимся в тяжелом положении. Как коллега, она нас очень хорошо понимает. И мы хотим, чтобы она когда-нибудь к нам приехала. Мы будем ее очень ждать. Мы так действительно нуждались в этой поддержке, что сейчас даже слов благодарности, пожалуй, будет мало. Одно только хорошо, что театр живет, и теперь он будет жить еще лучше.